Всем привет, с вами Папа Рулит, и сегодня у нас обзор вот такой вот металлической модельки, которая называется Ferrari SF90 Stradale. Для простоты будем называть ее Ferrari Stradale. Модель Ferrari Stradale выполнена в масштабе 1:32. Длина машинки 15 сантиметров. На капоте и крыльях нанесена эмблема «Черная лошадь». Ferrari Stradale – это первый серийный суперкар с гибридной силовой установкой и полным приводом. Задние колеса у нее с инерцией. Открываются дверки. Для поднятия капота здесь есть кнопочка. Нажимаем и выталкиваем вот так вот крышку капота. Вот здесь вот такое небольшое отделение для хранения вещиц небольшого размера. Сзади вот такая вот крышка двигателя. Поднимаем и видим сам движок с элементами, окрашенными в разные цвета. Серебристый, красный. Вот этот вот спойлер очень хочется приподнять, но у меня такое ощущение, что он не приподнимется, а отломится. Потому что в реальной жизни у модели Ferrari Stradale не поднимается спойлер, а используется другая система прижимная. Вот здесь вот есть, видите, вот такое углубление. Это называется выключаемый Генри или закрытый Генри. Тут смысл в том, что задняя часть отсека выполнена из неподвижных сегментов и подвижных. И когда нужно войти в какой-то поворот и хорошенько прижаться к дороге, меняется, опускается вот эта вот часть и создает как бы вот такой поток прижимной. Вот, при помощи вот этого вот антикрыла. Горят фары и спереди, и сзади. Машинка выпускается в четырех цветах: красным, желтым, синим и черным матовым. Во всех вариантах цветов спереди вы видите на капоте вот такая улыбочка серебристого цвета. И вдоль всего корпуса прочерчена вот такая вот спортивная серебристая линия. Вот здесь вот выполнены такие воздуховодные отверстия, диффузоры. Машинка очень симпатичная. Напишите в комментариях, есть ли модели Ferrari в вашей коллекции. И какие модели, по вашему мнению, необходимо иметь в каждой коллекции порядочному коллекционеру. Надеюсь, вам понравился обзор вот таких вот моделей Ferrari 90 Stradale. Ставьте лайки и смотрите другие видеообзоры металлических машинок на нашем канале «Папа Рулит».